Всем здравствуйте! Девочки, я вам обещала показать новые работы Ирины Исаченко из Липецка. И вот вы дождались шикарные новые работы, вы увидите. Очень интересные, потому что здесь сочетание валяния с войлоком, с тканями всевозможными. Быстренько присаживайтесь поудобнее, наливайте чашечку кофе или чая, будем смотреть, наслаждаться работами Ирины, вдохновляться и просто отдыхать. Первое видео о Ирине, если вы еще не смотрели, я оставлю ссылочку, посмотрите обязательно, где я рассказывала всю историю о ней, показывала ее работы, послужило как бы волшебным пинком для того, чтобы она коллекции новые выпустила, которые вы сейчас увидите в этом видео. Это как для многих из вас, которые вдохновляются чьими-то работами, садятся и тоже быстренько что-то делают, так и у Ирины. Она выпустила замечательную коллекцию, и как результат всему этому она получила диплом за 3-е место как победитель международного конкурса «Войлочное вдохновение» 2020 года, категория «Мастер года». Представляете, как приятно! Ирина, я вас поздравляю с этой наградой и желаю вам на достигнутом не останавливаться, а только расти, расти, расти и нас радовать своими работами. Обратите внимание, какую красоту сваляла Ирина для своей заказчицы, для любительницы кошечек. А какие сапожки в комплекте, обалдеть. Это пальто, которое вы сейчас видите, Ирина назвала «Соломея», где она соединила 2 техники валяния. Разрезной войлок и всем полюбившиеся геометрические фигуры, мозаика из войлока. Работа, конечно, сложная, как говорит Ирина, но она того стоит. Стильно, свежо, индивидуально смотрится. Для любого возраста. А вам как? А вот эту очень красивую куртку, по сочетанию цветов, мне она очень нравится. Я бы назвала осень, но она почему-то называется у Ирины апрель. Она свалена в декоре. В сочетании войлока с другими тканями, в данном случае это итальянское валяное фабричное полотно, и очень красиво смотрится. Следующий потрясающий жилет, который вы сейчас увидите, выполнен по мотивам картины французской художницы Ан-Мари Зильберман, которая называется «Золотые слезы». Вот сзади на спине вы видите аналог ее картины. Конечно, это выполнено не красками, естественно, она будет немножко отличаться от подлинника. Но свалять картину из шерсти дорогого стоит, согласитесь. Особенное внимание хочу уделить, девочки, вот этому пальто, которое называется «Не буди дракона». Как говорит Ирина, боюсь показаться нескромной, но это изделие заслуживает внимания. Я тоже так считаю, и не нужно тут скромничать, если действительно столько труда в него вложено, и оно так шикарно выглядит в восточном стиле, сочетание черно-красным. Ну что говорить, вы сами все видите. Мимо такого пальто вряд ли кто-то пройдет, не обернувшись. Во всяком случае, незамеченной такая женщина не останется. Лоскутная геометрия, основанная на принципе мозаики.
так и приковывает к себе внимание. Мне, во всяком случае, очень нравится. Я очень люблю всевозможные геометрические, яркие такие вот фигуры, поэтому это мое-мое. Ирина рассказывает, что впервые она сделала жилет из остатков лоскутков войлока, который купила большая любительница неординарных вещей, одна из наших российских модниц. Но меня так захватила эта техника, она говорит, что я применила ее в большой серии своих работ, уже специально валяя войлок всех цветов радуги. Потом я резала, сшивала, собирая мозаику для своих изделий. Так в моем арсенале появились пальто, куртки, бомберы, жилеты. Мозаика актуальна как для молодежи, так и для женщин чуть постарше. А сейчас вы увидите валенное пальто, которое называется Валенсия. Это является ярким примером, как применение других материалов могут сделать вещь изысканной и неповторимой. Как вам? Пишите ваше мнение. Костюм, который вы сейчас видите, состоящий из куртки и юбки, очень удобен в гардеробе, и всегда можно собрать из него новый образ. Как рассказывает Ирина, в куртках она использует разные материалы. Шелк, шифон, марлевку, всем полюбившиеся куртки и бомберы на разный вкус, техники, фасоне, в деталях и декоре. Ирина говорит, я очень стараюсь не повторяться, ведь всем нам хочется быть индивидуальными и неповторимыми. Вот признайтесь, девочки, часто вы встречаете таких ярких женщин в таких замечательных, красивых пальто? Я нет. А ведь оно не просто красиво, оно еще очень теплое, потому что оно сваленное. И как все-таки здорово, что сейчас осеннюю, зимнюю одежду, которую мы привыкли видеть мрачной, можно сделать вот такой яркой и неповторимой. Девочки, обращайте внимание на детали одежды. Я специально акцентирую ваше внимание на этом. Обращайте, обращайте. А как вам вот такое нежнейшее пальтишко персикового, наверное, цвета? А может быть, не персикового? Ну, нежно-нежно-розового это точно. Ну а сейчас все любительницы переделочек, внимание, сейчас для вас будут идейки от Ирины. Вот это, например, шубка была хозяйки, она и была мала, но шкурка зебры роскошная, вот и прибавили 15 сантиметров в объеме и удлинили, и получилось стильное современное пальто. К ней в дополнение был сшит головной убор из лаки кожи. А следующий вариант переделки, как вы видите справа, пальто было обыкновенное, однотонное, и вот как его украсила Ирина. Какой вариант вам больше симпатичен, пишите. Как говорит Ирина, моя любовь к войлоку не остывает. Я нахожусь на гребне волны. Это чувство, оно растет. Я растворяюсь в нем. Столько неизведанного есть, куда расти и двигаться вперед. Благодаря моему увлечению я встретила удивительных людей. Со многими мы переросли отношения заказчик-исполнитель. Мы делимся своей радостью и можем вместе погрустить. Со многими стали просто близкими друзьями. Я творю и воплощаю свои идеи. Дарю радость другим и сама счастлива, как ребенок, если мне удается доставить удовольствие от одежды ручной работы, к которой я имею прямое отношение. Я востребована, я чувствую теплоту душевную, разве не это ли называется счастьем?
О планах на будущее могу сказать, что есть большой грандиозный проект. Но пока это на стадии становления, и заранее я не буду рассказывать, я суеверна. Хочу пожелать всем здоровья, любви и счастья, творческого полета всем. Мечтайте, творите и не бойтесь замахнуться на что-то новое в своей жизни. Пробуйте найти себя в чем-то совсем неизведанном. Как всегда, будем с нетерпением ждать с Ириной ваши комментарии, которые она, конечно же, заслуживает. Вы же знаете, что всегда мастеру приятно слышать аплодисменты в свой адрес. Ссылочка на то, где найти Ирину, будет обязательно в комментариях. Ищите. Я всегда оставляю ссылочки в своем комментарии. Пишите лично, знакомьтесь, поделитесь в соцсетях. О таких мастерицах должно узнать как можно больше людей. Поставьте пальчик вверх. Это будет говорить о признании таланта. И если вы попали на мой канал впервые, и если вам понравилось, то не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Они обязательно будут. Будьте все здоровы, берегите себя и своих близких, и до новых встреч на моем канале. Пока-пока!